Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим шлем от французской фирмы Ruby, и модель называется Castle. Это расцветка карбоновая, называется Sandrock. Вот в таком чехле они продаются, в нарядной коробке красной. Вот так вот он выглядит. Ruby — это премиальные шлемы, и выпускаются три модели. Вот эта вот модель Castle, закрытый шлем, да, и Pavilion — это открытый шлем, Belvedere — тоже открытый шлем, только с визором. По ощущениям шлем очень легкий. Он сделан из карбона, ну и расцветка карбон, да. И вес его вот 1210 грамм. Для интегралов это очень такой очень хороший вес. Здесь отверстие для вентиляции. Да, здесь вот три кнопки, на которые можно установить козырек. Сзади у нас ремешок для фиксации ремня очков. И вот в этом ремешке есть такой кармашек, где пластиковая карточка, на которой можно написать имя владельца, телефон, по которому можно позвонить в случае необходимости. Ну так, на всякий случай, да. Внутренность шлема сделана из кожи напа, замшевая. И, ну, очень приятная на ощупь. Очень приятно этот шлем надевать на голову. Застежка здесь 2 D-образных кольца, как у спортивных шлемов, да. Для того, чтобы защитить глаза, можно пользоваться очками солнцезащитными, да. Или вот отдельно приобрести вот такой вот визор. И составляет единое целое со шлемом. Визор покрыт с внутренней стороны антифогом, поэтому потеть не будет. Ну, вот так вот. Вот так вот нарядно выглядит. Для тех, кто собирается приобретать шлемы Ruby, и в частности вот эту модель, имейте в виду, что они маломерят. Я вот ношу М-ку, и на меня М-ка маленькая, Л-ка сидит ну, в самый раз. Да, шлем премиальный, дорогой, даже очень дорогой. Ну, тут вопрос в том, можете ли вы позволить себе выглядеть круто, ненавязчиво демонстрировать свой статус и превосходство. Спасибо за внимание и желаю вам мотокомфорта!